И снова здравствуйте. Сегодня я получила наконец очередную посылку от Мыла Опт. Очень ее ждала, потому что сезон заказов, Новый год. И я не успеваю просто заказывать основу. У меня ее просто не хватает для изготовления всех заказов. Поэтому наконец-то я получила от Мыла Опт. И начинаем ее распечатывать. Кстати, здесь самые низкие цены в Украине. Плюс у меня уже есть своя скидка. Плюс доставка бесплатно на сумму от 350 гривен. В данном случае я заказала основу прозрачную и несколько отдушек. Итак, распечатаем. Посылка замечательно упакована. Здесь мы видим, что я здесь заказывала. Так, мы видим накладную. Накладную полностью все товары указаны. Довольно-таки вот объемная посылочка у меня получилась. Кстати, с промокодом еще, который я заработала, я очень даже существенно сэкономила. Итак, согласно накладной, это мои 3 листа водорастворимой бумаги. Я иногда печатаю на ней сама. Дальше проверяем. Так, это вот у нас такая упаковочка, чтобы не повредился товар при транспортировке. 3 килограмма белой израильской основы я заказала в этот раз. Вот они здесь у нас есть, все 3 килограмма. Вот я их выкладываю. Все замечательно, качественно упаковано. В пленочку, то есть, чтобы лишняя влага не попала. Кстати, это очень всегда во много слоев пленки упакована основа, что является большим плюсом. Действительно, ничего лишнего туда не попадает. Дальше. Что еще я заказала? Я заказала несколько отдушек. И моя любимая отдушка Гавайи. Вот она здесь. Это я заказала в этот раз уже 25 миллилитров. Первая моя тестовая поставка была 10 миллилитров. Она самая первая у меня закончилась. Вот в этот раз я заказала уже 25 миллилитров. Дальше заказала я отдушка. Это парфюмированная отдушка от Ланвин. Дальше зеленый чай Арден. Вот тоже парфюмированная отдушка. Это именно зеленый чай под туалетную воду, под парфюм. Армани. Аква Джио. Или как правильно, не знаю. Армани. Так. Мэкс Фрешмен. Решила мужской аромат. Еще один заказать мужских ароматов у меня не так много. Впереди праздник. Так. Что-то вот тут от Бандерас у меня, но женский вариант, мужского у меня уже есть. Гуччи парфюм номер 2. Кстати, это мой любимый парфюм вообще, это моя любимая туалетная вода. Боже мой, блаженство какое, я понюхала. Это просто практически оригинал, практически, я не знаю, возможно, даже я попробую сделать духи с ней, потому что духи стоят очень дорого, туалетная вода с этим запахом. Это мой любимый, самый любимый аромат. И икра красная, ароматизатор сухой. Вот честно, даже вот интересно понюхать, как это может быть. Ну, честно говоря, запах воздушных шариков. Возможно, в мыле поведет себя по-другому. Попробую. Так, ну, главное, все соответствует накладной. Да, соответствует моей накладной. Ну, просто претензий никаких нет. Да, хотелось бы сказать, посылочку в этот раз ждала дольше обычного, но Новый год на носу. Работы, видимо, очень много у поставщика, поэтому претензий нет. У меня тоже сейчас очень много заказов, поэтому со всеми тоже не успеваю справиться в обычные сроки. Поэтому всем спасибо за внимание. До свидания.